Профессиональных в областях, самодеятельные тоже очень много должно было быть. Но, к сожалению, мы сегодня, на сегодняшний день у нас очень мало коллективов. Это потому, что изменились обстоятельства, поменялось время. Раньше было много заводов, фабрик. Были, вы, наверное, не в курсе. Обязательно у них были социалистические обязательства, где при создании хорового коллектива должно было быть обязательным на любом предприятии. Сейчас этого нет, к сожалению. Потом, есть еще объективные обстоятельства. Выпускников мы готовили, рассылали по областям, и раньше многие выпускники оставались работать там, получали квартиры, оставались, создавали семьи, оставались там жить. Сейчас многие выпускники не возвращаются домой, остаются в Ташкенте. Это понятно, никто никого не винит, потому что ну, каждый хочет найти себе хорошую работу и устроиться в этой жизни. Но нас всегда учили, что мы должны любить свою профессию, служить своей профессии, быть преданным и воспитывать достойных выпускников. Вот здесь у нас педагоги старшего поколения сидят. Приятно даже сказать, что мы родились примерно в то время, когда открылась кафедра, и чуть позже. И вот зашли в консерваторию, и до сих пор еще не вышли. Ходят.
удовольствием. Это как раз. Это как раз пример того, что педагог должен быть образцом и действительно любить свою профессию. Когда мы окончили консерваторию, да, я еще хочу сказать, что учились мы у выдающихся педагогов. Это были выпускники Московской и Ленинградской консерватории. Мы учились не только у них по специальности. У нас по музыкально-теоретическим, общественно-политическим предметам были выдающиеся педагоги. Правда? Помните Немировского? Вспомните канцлера английский язык, вспомните наших всех Шептунов и прочих. Мы не спали, мы не записывали, мы открыв рот, слушали. Мы до сих пор многое знаем, что касается истории, что касается эстетики. Вот. Это нам помогло всесторонне развиваться. У нас не было пропусков практически, потому что каждое занятие было для нас очень интересно. Я хочу сказать к сведению наших дорогих студентов. Специальность мы не пропускали. Хор для нас был святой. Он у нас занимал особое место. Никогда никто не отвлекался и не разговаривал. И никогда нам не делали правильно, то есть, да, замечания, встаньте, не разговаривайте или давайте работать. Вот такое святое отношение у нас было. В начале войны, 41-й год, кто знает про Вторую мировую войну? Ручки поднимите, студенты, кто знает? Да? Вторая мировая война. Россия, весь Советский Союз потеряли очень много людей. Больше 20 миллионов. Узбекистан потерял в этой войне около 2,5 миллионов людей. Сейчас стараются переписать историю, стараются умолить роль Советского Союза, но это неправильно. И вот в начале этой войны в Ташкент эвакуировались очень много из оккупированных немцами территорий приехали студенты, музыканты, многие консерватории сюда, учебные заведения, заводы, фабрики сюда переехали. Вот. И в том числе очень много было студентов музыкальных вузов. Поэтому в 43-м году, 1943-м, музыкально-педагогический факультет, консерватория, он был преобразован в дирижерско-хоровой факультет. Вот. И теперь Ташкентская консерватория во главе дирижерско-хорового факультета становится Михаил Николаевич Семенов. Он человек, одаренный во всех отношениях. Кстати, Семенов был выпускником Московской консерватории. С 36-го года он был доцентом теоретико-композиторского факультета, у него музыкально-теоретическое образование. В 43-м году и до 55-го года он был завкафедром хорового дирижирования Ташкентской консерватории. Он был инициатор, организатор, под его руководством начали проводиться массовые праздники песен. Очень существенную помощь оказал профессор Ленинградской консерватории Егоров. Но о нем дальше в своем докладе Павел Валерьевна расскажет.
Теперь первый выпуск по специальности хоровое дирижирование состоялся в 1944 году. Это были Шамшин, хормистр театра нашей оперы, Ангелина Владимировна Павлинова, которая стала преподавателем педагог Насиба Рифовны и педагог Павлы Валерьевны. Состав кафедры был сначала небольшой. Я не знаю, сколько перечислять все фамилии. Не стоит, да, потому что да, я потом скажу. Я просто кратко постараюсь рассказать. А в 1945 году, после окончания консерватории, окончила Елена Михайловна Пензер. Елена Михайловна Пензер воспитала Шермата Ермана. Это ее воспитание. Она его повела в 99-ю школу. По практике. Да, по практике. Она отвечала за практику. Он учился у Елены Михайловны, потом у Пензера. Да? Вот. И с тех пор, как зашел, в школу с детьми, как он их обнял, так он и до конца дней своих не выпускал детей из своих объятий. Сделал очень много для развития детского хорового исполнителя, вообще хорового искусства в целом. Были приглашены из Ленинградской консерватории, Калмыцкая, она имела две квалификации пианисты, дирижер хора, это мой педагог, я у нее заканчивала. Ну, затем были Ливанга, Токунова и так далее. А вот с 55 по 76 год кафедру возглавлял заслуженный работник культуры Узбекистана, профессор Валентин Иванович Перезяков. Ну, это был и талантливый во всем человек, и хормейстер, и организатор, и общественно-музыкальный деятель. Он, кроме того, что он восправлял столько лет кафедру, он был и проректором по научной работе. Проректором по научной работе. Он пригласил на кафедру Лично Ефремовича Кубларова, Владимир Федорович Карпин, Вынежного, Полонского, Лисенбаума и так далее. Ну, у нас, я не буду называть фамилии, многие не знаете. Валентин Иванович, кроме того, что он поднял концертную исполнительскую учебную методическую работу, он поставил целью укомплектовать кафедру талантливыми, способными кадрами, национальными кадрами, и присматривался к каждому выпускнику консерватории, каждому студенту. Таким образом, он каждый год у нас оставлял наиболее подготовленных студентов, которые себя успешно проявили. Таким образом, всех нас, Валентин Иванович, старшее поколение, всех нас Валентин Иванович оставил на кафедре. И весь коллектив педагогов сделал очень много для нашего всестороннего воспитания. Затем, он оставил с самого начала, это был Батырбек Ауличанов, Лукман Иванович Казиев, Муртаза Азимов, Сулейман Шарманов, ныне хоровейцев, Рузиев, Шамсутин Рузиев, Сейфа Махмутова, ну и мы все. Период заведования Перезяковым было открыто заочное отделение и оперно-хоровое отделение. И отделение культпросвет работы. Для чего он открыл это отделение культпросвет работы? Нужно было подготовить руководителей для хоровых самодеятельных коллективов, их было очень-очень много. Поэтому было открыто это отделение. Мы стали там готовить руководителей вокальных ансамблей и методистов, клубных работников, руководителей самодеятельных хоровых коллективов. Потом открылся Институт культуры,
И вся, да, все это отделение, они стали костяком кафедры. Как у вас называлась кафедра в начале? Нет, с самого начала. Да, она не была кафедрой вокала, хор-дирижер или кафедра была, но давала квалификации. Вот так, а потом перевели на балет. Оперно-хоровое отделение было создано для того, чтобы подготовить артистов хора в Самаркандский театр оперы и балета, где не было ни одного хориста. Там был создан оркестр и артисты хора. Полностью все туда поехали. И долгое время театр существовал. Сейчас он тоже уже закрывался, но сейчас он работает. А в 80-м году мы уже еще раз, учитывая недостатки артистов хора, мы открыли еще раз оперно-хоровое отделение, подготовили этих ребят для нашего оперного театра. С 1977 года по 1978 год, один год, кафедрой руководил доцент Руслан Иванович Козеев, хормейстер и педагог. А после него я что еще хочу сказать. Очень важно, чтобы заведующий кафедрой был не только высокообразованный музыкантный специалист. Это должен быть дипломат, организатор, коммуникабельный человек, умеющий выслушать другого, если поругать, то самой доброжелательной формы, очень требовательный, но наряду с доброжелательностью. Вот такими качествами должен обладать руководитель, чтобы на кафедре была хорошая, спокойная, нужная обстановка и чтобы все работали в полную силу. С 78 по 87 год заведует кафедрой хорового дирижирования заслуженный деятель Узбекистана, хоровой дирижер, известный педагог-методист, профессор Екатерина Артемьевна Рудкова. Светлой памяти, низкий поклон, всем им. Это человек, который умел все. Это методист. Она организовала вот этот методический, как он называется, методический совет по республике, который курировал все программы и деятельность музыкальных школ. Это она альтернативно организовала первый республиканский фестиваль. Потом мы уже по этим следам сделали второй фестиваль. Это Екатерина Акимовна сделала впервые встречу выпускников в 1982 году всех выпускников кафедры хорового дирижирования. И вот в 1982 году, сейчас я вам скажу, почти 300 человек собрались со всего Союза и даже приехали из-за рубежа на эту встречу. Были концерты, был великолепный вечер у нас отдыха в огромном ресторане. Это незабываемо, мы до сих пор это все хорошо помним. Церапина подняла на новый уровень научно-методической работы. Было много создано учебных пособий, избраны крестоматии, роты. Но каждый из заведующих кафедр это делал. Потом именно Екатерина Акимовна, при ней зародился конкурс дирижерского хоровой на кафедре. И был вузовский конкурс, если вы помните, на лучшую аранжировку, на лучшее создание массовых песен для хора. И для лучшей обработки. С 1987 года, вот даже еще Екатерина Акимовна, вот вы заметили, что мы каждый раз, все, пожалуйста, сюда, вот,
Послушайте, вы заметили, что каждый раз встреча выпускников вам передается, первый старший курс передает Вот эта традиция, это созданная, введенная Евтерна Акимова. А этот ключ сделан ее покойным мужем, который являлся, он сам собственными руками это сделал, который являлся главным архитектором Республики Узбекистан. И вот этот камертон, это антиквариат. Он сохранился почти как мы. Чуть моложе камертон. Дальше. После Алексея Акимова кафедру возглавила Алексея Борисовна. Ну, это мастер хорового искусства. Это талантище Алексея Борисовна. У нее был студенческий хор, который его деятельность имела большой резонанс по всей республике. У нее был хор знаменитой музыкальной школы 22-й. Но все наши сейчас руководители детских музыкальных школ, спасибо вам большое, огромное, работают по традиции, заложенной Алевтиной Борисовной Васильевой. Это обязательная чистота интонации, это синтезированная манера, это стилистика и многое-многое другое. После Алевтины Борисовны кафедрой заведует с 93 по 2007, возглавляет Наиль Сахимовна Шарафиева. Вы знаете, это ведущий специалист хорового искусства, тонкий музыкант, высоко профессиональный подготовленный, а вместе с очень большим опытом работы. Это был новый этап, потому что в республике была принята национальная программа по подготовке кадров, был принят двухуровневый образование, двухуровневый стандарт, это бакалавриат и магистратура. Сейчас, лично мое мнение, я считаю, что не совсем оправдал этот метод себя, потому что пятилетнее образование давало более крепкую и прочную основу. И после пятилетнего образования мы шли в музыковедную аспирантуру, ну, вначале, потом была открыта для нас исполнительная аспирантура, мы шли еще 2 года там, причем по рекомендации кафедры, не так, как кто-то захотел, по рекомендации кафедры, мы ее оканчивали и далее продолжали работать уже в другом статусе. Сейчас еще прибавилась докторантура. И существует ошибочное мнение, что докторантура – это уже третий уровень, и его обязательно надо туда поступить и окончить. Докторантуру поступают только те, должны поступать. Это для студентов. Те, кто владеет исследовательскими качествами, кто умеет исследовать, анализировать, у кого есть склонность к научной работе. А просто так, лишь бы быть доктором наук, нельзя, это профанация. А сейчас все ринулись в докторантуру. Среди исполнителей, вот пример, там Ибрагимович. Он имел свою базу, практическую, наработал много что. Он пытался это обосновать все. Сейчас он поступил в докторантуру, потому что он имеет право, собственное право, право собственного опыта обосновать, поставить на научный рельс и дальше продвигать науку. Вы с этим должны согласиться. А просто так поступить, взять тему и ее желать, не внося вклад в практику, нельзя. Теория не существует без практики. И практика не существует без теории. Но теорию после практики должны делать те, кто имеет огромный опыт работы практически.
естественно, возвращаясь к нарисативному периоду заведования, конечно, из-за новой программы потребовались новые учебные пособия, новые методички. Все это как-то под руководством, мы все это пересмотрели, поставили на новые рельсы, потому что был принят закон о государственном языке, закон об образовании, кроме национальной программы по подготовке. Поэтому много было создано пособий из истории узбекской правовой музыки, детской правовой культуры Узбекистана, профессионального вокального музицирования и так далее, тому подобное. Вот. И еще в эти годы поднялась высоко концертная деятельность хора. Смотрите, как получилось интересно. Когда работали старые консерваторы, Екатерина Акимовна, Екатерина Борисовна, все выдающиеся наши педагоги, тогда у нас прекрасный был студенческий оркестр, и профессиональные оркестры как-то работали каждый сам по себе, и сделать программу с оркестром было очень трудно, потому что оркестры были, я не знаю, может быть, какие-то были другие вещи. А вот с 96 года надо отдать должное, здесь у нас есть фонд Конрада Аденаура из Германии. Это один из фондов, который честно работает в аспекте оказания настоящей помощи, а не те другие какие-то компании, которые занимаются еще и другой политической деятельностью. И вот когда обратился председатель этого фонда, он сам Тенор, он был летчик, военный летчик. Сам Тенор просто очень любил музыку, он обратился к нашему лектору с просьбой озвучить там немецкую мессу Шуберта. Вот. И, естественно, он обратился к руководителю филармонии национальный оркестр. И с тех пор у нас образовался такой творческий тандем. И мы постепенно расширяли список наших произведений совместно с оркестром. И это мы делали с национальным симфоническим оркестром, с оркестром оперной студии, с оркестром камерным Мединанова. Если сейчас Эльцан скажет, что мы сделали, вы не поверите. Это были страсти по Матфею, страсти по Аббаху, рождественские оратории. Это были оперы Абугасан, это была Гендель Мессия, это была Кармина Бурана, это было первое исполнение Кармина Бурана. И вот тогда было очень много работы, были открыты все двери, люди стояли, сидели и бесировали почти каждый номер. Вот буквально стены сотрясались, да. И если вам говорит это имя, то жареного гуся, солиста, пел Нажмиддин Мавлянов, всемирно известный тенор, который сейчас работает в каком центре? Ну, последний, наверное, был в Станиславском, он работает в России, он приглашается в Италию, Германию, он везде у нас, он сейчас признанный международный тенор. Здравствуйте, Ташкентская консерватория. Вот, я дальше не буду перечислять, что мы сделали. И даже сейчас, да, гладь сотворения мира, и делали мы, и хоровая катура совместно. Сейчас, к сожалению, дорогие студенты, вы не очень знаете хорошо трудность этих произведений, но то, что вы дирижируете, части дирижируете, да, вот это мы делали целиком. Честно говоря, скоро. Сейчас самим в это поверить тяжело. Но это было. После мэра Сакина, значит, до 2007 года, с 2007 года по 2014 год кафедру заведовала я. Если вы меня знаете хорошо.
В этот период нам нужно было совершенствоваться, нам нужно было опять поднимать новые темы, нам нужно было все сделать, чтобы были инновационные технологии, чтобы обязательно были компьютерные разработки и прочее-прочее. Поэтому и обязательно международные статьи, как и сейчас. Поэтому у нас очень активно была и концертная деятельность, активно была и учебно-методическая деятельность. Мы еще ездили, хочу об этом случае сказать, что нас пригласили участвовать в Казахстане в проекте «Звезды мировой сцены» на сцене оперного театра. Это было незабываемо. Мы дирижер королевского швейцарской оперы Алан Булевак, это внук Жубановой, ректора национального Казахстана и композитора. Потом, я не знаю, кто-нибудь здесь выезжал с этим полом потом. Баба Мурат Худайкулов. Вот тогда у нас. Потом Гульнара Маликова участвовала, да. И вот, вы знаете, мы пели, нашим студентам выпала возможность, они слышали, рядом музицировали солистами лучших оперных театров. Это был театр «Ла Скала», «Ковент Гарден» и «Метрополитен Опера». Это Гейман Гиллов, Гилман, Монтера Тенор, Эджет Бальдер и Джамиля Беспакова. Вот с дирижером швейцарской оперы. Мы пели тогда хоры из «Кармен», «Визе», «Трубадур», «Травиата Верди», «Бет Ашан», «Зубановый» и так далее. Ночью принесли и сказали, вот это вы должны спеть. Вот. У нас не было инструмента, мы жили в интернате. Мы взяли Шавката Джумарова, у нас с абсолютным слухом, как комментом. Сначала выучили, каждый один мой номер выучили по партиям с листа. Потом каждый тенор раз, потом собрались и тихо, потому что это была ночь, 3 часа ночи. Мы выучили, самым трудным были не ноты, а казахский язык был трудный. Но мы привыкли, кстати, все произведения исполнять на языке оригинала. И всегда слушатели, особенно иностранцы, отмечали свободное владение фонетикой немецкого языка, русского языка и так далее. Я помню, помню этот тоже случай, когда встал у нас Шурагов и сказал, я удивлен, здесь стоят такие узбечки и узбеки. И так хорошо говорят на немецком языке. Это были студенты консерватории. И он подошел, Шрайбер, помнишь, да, и поблагодарил нас, а потом встал в ценовую партию и с нами стал петь. А вот так. Еще мы пели корейскую оперу. Оперу корейскую пели мы. Хан Кульчур, эта опера посвящена народным традициям, танцевальным дирижеру, корейский дирижер Пак. Мы еще раз убедились, что наши дирижеры неплохие. Кстати, мы до этого, вот, когда исполняли гайды, вот эти полотна, миссии и прочее, дирижировали немецкие дирижеры. Дирижировал Бринст из Германии. И очень уважительно относящийся к хору. Вы знаете, что не все дирижеры уважительно. А он каждый раз поднимал хор, потом просил садиться и каждый раз говорил «Данкишон». Да? Вот. А потом еще кто-то из Забыла первый. Мы с таким не знаем. Я забыла, кто был первый. Пианист или кто, что был первый. Ну ладно. Потом у нас были, мы были песни вальс, у нас были дуэты из Израиля, правильно? Я хочу рассказать об опере «Хан Кульчур». Корейский язык. Я не знаю, сейчас кто из вас едет в Корею, очень учат, любят этот корейский язык. Мы должны были спеть всю оперу
все хоры 1/8, 7/4, 7/8, 10/6. Это невозможно было ее спеть. Вот. Но мы учили. Еще, кроме этого, язык корейский. Мы вообще ничего не понимаем. Мы не знаем этого языка. И нам выступать на сцене. Свара Кулатовна говорит, ничего не проходит. Мы сейчас, значит, это самое, придумали. Мы на маленьких листочках напишем эти тексты коров. И спину друг к другу, да, приклеим. И там еще будем ходить. И это, я говорю, ну хорошо, это вы. А на генеральной репетиции все эти листочки убрали. И сказали, никаких листочков, пойте так. У всех, ну, босс, ну, встали, ну, спели, спели. И неплохо спели. Вот. Ну, и после... Да. С 2015 года кафедру доверили возглавить молодому педагогу Свару Кулатовну. Она у нас отличный музыкант, отличный педагог, яркий темперамент и движок в практике. До этого Свара Кулатовна сделала очень много концертных проектов в оперной студии. Это были очень интересные, сделанные профессионально. Когда она оканчивала консерваторию, а тогда выпускники работали скоро в оперной студии. Тогда коллектив еще тогда оперной студии подошел ко мне как декану и попросил оставить в качестве хормистера Свару Кулатовну на работу. И в принципе мы это учли, Свара Кулатовна, а Свара Кулатовна ушла. Матушку академию, потом сказала, что она не может жить без музыки, вернулась. И в принципе мы окончила институтную стажировку и вот стала возглавлять кафедры. Она очень волевой, хороший организатор, она коммуникабельный, она у нас такая батарейка. Вот. У нее все есть качества, которые предъявляются к современному руководителю. Но я хочу предупредить еще доктора Новчима Халавана. Сейчас хормейстер позволяет на вас повышать голос. Бабхаршья, высокие овозгизанды, хутаршья, джахл устеля, мой лодж, машнахат, молокотте, буктурамис, слабля. Умума мукинемас. Нас не воспитывали так. Нас воспитывали в уважении. У нас всегда хормейстер говорил тихо, четко, внятно. На хоре была тишина. Никогда никто не разговаривал. А сейчас мы это вынуждены делать. Потому что кроме вот этого, а? Чудесно. Я не имею в виду вас, я имею в виду Тарабат Чумида, Аттань. Это от того, что не хватает внутренней культуры, интеллекта, вот, и не хватает любви и чувства ответственности к своей профессии. Мы с вами давно выучили бы партии, если бы сидели во время этого, работали бы, запоминали и использовали бы все то, чему нас учат на вокале. Понимаете? А мы с вами, а вы вынуждаете. Вот это плохой симптом. Это отсутствие культуры. Пожалуйста, примите это к сведению. Криком уважение нельзя заслужить. Не заставляйте хормистеров повышать на вас голос и кричать. Вот. Что в это время мы делали? Во-первых, Свара Кулатовна сразу... Да, мы продолжали фестивали. Каждый заведующий кафедрой. Это традиция. У нас традиционно, я вот еще одну вещь хочу сказать. Нас воспитывали в глубоком уважении друг к другу. И особенно уважение к студенту, к бережному отношению к нему. И мы это делаем до сих пор. Каждый из вас для нас это свой ребенок. Это свой ребенок. И мы все интересуемся. Мы вам звоним. Спрашиваем, советуемся. Мы вас вот так носим, понимаете?
Но я вам хочу сказать другое. Ни на одной кафедре, ни на одной. Никто так не возится, как мы. Ни на одной. Не сделал, вышел. Не получил, не выучил, два. Все. Что у тебя там, кто болит, живот болит у нас. На тебе таблеточку. Вот. А там нет такого. Выйди и ушел, пошел вон. Все. А вы это не цените. Понимаете? Вы это не цените. К сожалению. А вы вот, а мы вас вот так мыслим. Ну, может быть, когда-нибудь, не все, некоторые ценят. Да, некоторые ценят. Но их мало. Так вот, Севара Кулакова в 2016 году ей пришлось проводить фестиваль. Конечно, мы помогали, все. Но и поднялся уровень, и собрали всю республику. И на очень хорошем уровне провели, на возросшем профессиональном уровне провели этот фестиваль. Но, к сожалению, после этого опять новые правила. Выезжать нужно с милицией, сопровождение, милиции надо платить, зал нужно охранять, платить, а нам никто это не дает. Но сейчас мы это уже решили, нам разрешили международный фестиваль, нам будут выдаваться деньги, художница, на следующий год, да, мы это проведем. Talentli sohbeti edildi, kompozitörlüğü, mahvaratını
Мы хорошо
assumption, I'm doing the dean probably in a
Узбекистан Президент Президент Ленге уже махалага. Охранды сундерсуз на ту бахслен лезады. Узбек Хорджина Жорларге Акапеллы Куйлаш Уважданыши Кейс Уйдак Яшнашу Чу Ва Куч Гайраты Бдан Харакат Кришнарны Орсу 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 Кришнарны Я хочу еще сюда, чтобы
учебы, потом Джанов, Казиев, Азимов, Шагманов, Рузеев, Махмутова, Купинтинова, Насиванихина, Азербайджанина, Хакимова, Николина Джумаева, Лавна Полина Шамахмутова, Евгений Викторович Нечаев. В годы деятельности которых мнение поколения студентов посчастливилось получить образование. Впоследствии к ним примкнуло приятно высокообразованных и талантливых представителей нашей профессии, Севары Владовны Кадыровой, Ивановны Кадыровой, Оксана Шагаримова, Элеонора Мартиновой, Бороса Татарной и другие. На протяжении всех лет как-то обращает особое внимание на воспитание национальных кадров и режиссера, что является одним из главных условий успешного развития университетского правового института. Со стороны кафедры организовывались фестивали правовой музыки. Эта традиция возникла в начале 60-х годов, но, к сожалению, в силу некоторых сложившихся обстоятельств, в последние годы эта традиция ежегодно фестивали важны любители правовой музыки все реже и реже. И вот сейчас мы слышали хорошую новость о том, что мы на следующий год хотим возобновить фестиваль правовой музыки. Я надеюсь, это осуществится, да, и продолжится эти традиции. Еще хочется отметить, что хорошей традицией является приглашение со стороны кафедры правового движения различных хоровых коллективов и ведущих оркестров из других стран, которые законно предоставляют нам свой опыт, навыки работы с хоровыми коллективами, мастер-классы представляют, открытые уроки. Это играет немаловажное значение в деле подготовки молодых специалистов правового искусства. Вот. Таким образом, кафедра правового дирижирования сегодня – это центр всех сфер правовых жизненных инициатива. Осуществляет подготовку наиболее квалифицированных кадров профессора, показывает методическую помощь педагогам в среднем учебном заведении, активно влияет на рост правового исполнительства. Постоянно ищет новые формы, приемы и средства популяризации международного правового дирижирования. Вот. В свою очередь я хочу выразить огромную благодарность и свою признательность педагогам кафедры правового дирижирования, сыгравшим огромную роль в становлении меня и, я надеюсь, всех здесь присутствующих профессоров, как педагогов правовых дисциплин, профессионалов, посвятивших свою жизнь развитию правового искусства, в частности, детского правового исполнительства республики. На данный момент я веду работаю в двух местах. Основная моя деятельность в республиканской специализированной музыкальной школе имени Успенского. Я веду там два разных коллектива. Это хор средних классов девочек и старший хор из учащихся академическое пение и хоровые дирижирования. Ну, и вторая моя деятельность – это работа в военных лицеях, национальных гвардии Пакистана, когда выступают учиться дети на игре на духовых и ударных инструментах. Ну вот, последние 4 года мы ведем уроки хора, которых там не было, не было когда-то, потом это прекратилось, и на сегодняшний день мы вели там хоровые занятия. Конечно, это дает свои плоды, вот эта систематичность, постоянство, дисциплина военная, так можно сказать, что это военное учреждение, там все-таки дисциплина у нас стоит на первом месте. Это дает свои результаты, свои плоды. Следующий цикл. Там детей набирают с 5 класса, и причем основное количество составляет 10 классов. Интервалы, да, как уже надо. И в 5-6 классе, конечно, нам очень жалко, мы 2 года работаем с этими детьми, потом уже у них правда занятия прекращаются, и они уже занимаются непосредственно своими инструментами. А дети к концу даже 5 класса, уже 6 класса прекрасно поют в хоре. Это дети, которые вообще не имеют никакого представления, а хоре они приходят, не знают, что такое вообще исполнение, совместное исполнение. Да.
других людей. Да, чекальными визами, это тоже вот опять, когда не только поступают учителя, они сразу начинают правда занятия, и на дыхании тоже все, ну и на правда занятия, да, да, важно. Так что они учатся, значит, получается, два одиннадцатого класса. У них после девятого класса летит. Кто в Агаре? Нет, расскажите, я только в шестом классе, только два года. Да. Да. Ну, Енді қазірден
maqolamni sardorasi eng ardoqlagan ustoz Jotko. Men o'zimni maqolamda mening mutaxassislikdan bo'lgan ustozim Nasiriddin to'g'risida maqola berganman. Lekin men buni yaxshilab o'ylab qarasam, mana shu zalda ko'plab ustozlarimiz men hayotimda mana shu boshqachon bo'lgan hayotimda har bittasini o'zini vazifasi, har bittasini o'zini meni kelajagimga, meni taqdirimga ijobiy tarzda nima deydi, ta'sir o'tkazganini men hozir birma-bir o'ylanib chiqdim. Hozir endi hozir ozgina nima deydi eslab ko'rayotgan bo'lsak, 1996 yil o'qishga kirdim konservatoriyaga. Undan oldin mana Gulyer maktabda man o'qiganman. Man hozir mana ustozimiz Gulbahor Shermatovadan boshlasam, o'sha paytda bizani o'sha qo'l jamoamizdan yig'ib o'sha davrda o'tkazilayotgan festivalga olib keladi. Mana shu kafedra tashkillashtirilgan festivallarga kelib, biz o'sha sahnalarga bizni berib qo'yardingizda avazmanni chiroyli qo'shiqlarimizni ijro qilardik. Avtobuslarga o'tirib kelib chiroyli qo'shiqlarni aytib yuraklarimiz jo'sh urib keyin Gulbahor Shermatovadan judayam go'zal chiroyli ayol edilar. O'tgan asr odamisizlar bizni mahliyo qilib qo'yadilarda kuya berardi. Endi man nima demoqchiman, o'sha yoshlikdan eslayapman hozir mana shu yerdagi ustozlarimizni. Ana undan keyin man 1996 yilda shu eski binoda edik, Muxtor Ashrafiy nomidagi konservatoriya edi. 1996 yil o'qishga qabul qilindim. Gulyer maktabda men eslab ko'rsam, men Nayzakinani 15 yoshimda tanigan. Men Gulyer maktabda ham tahsil olganman. Ustozimiz Nayzakinani qo'llarida. O'sha davrlarda ham Nayzakinni dars o'tishga kelardilar bizga. O'sha saboqdan tashqari hayotiy bilimlarni ham gapirib, qiziqib, hayotda qanaqa nimaga qiziqishlar bor deb qandaydir bir dildan suhbat qurardilar biz bilan. Mana hozir Dilbar Mirsagidiyevga dars berganlar, Gulyerlar meni judayam yaxshi esimda bor, to'r adabiyoti degan fanidan chiroyli qilib, mana shunday hamma ustozlarni meni kelajagimda, meni taqdirimda rollari katta. Keyin 96 yil man o'qishga kirdim. Endi o'sha paytda rus millatiga mansub yevropeyslar ko'p bo'lardi o'sha auditoriya kafedrasida. Endi nima desam ekan, balki buni ham foydali taraflari ko'p ekan, chunki bizga uyalchang bo'ladiku endi o'zbek qizlar ular bilan o'tirib qanaqadir bir jamoa bo'lib kuylab qanaqadir o'sha o'tdi bizga shiddatli uyalishimizga ozgina chekkaga yig'ishtirib qo'yib mayli как rahbarlik qobiliyatlarini o'zida joy bor yevropeyskiy gruppada o'qiganmiz. Keyin o'sha davrda mana Nasibaliyatovna bizga bolalar adabiyoti, o'r adabiyotini ko'rsatdilar. O'sha ustozimiz Shermatov Yolmazovni hayollarini qaysi maktabga borib mualliflik qilib juda chiroyli mavzular o'tardilar. Biz hammasini deyishni bildirardik. Keyin mana Afrika Xatshayevna bizga chet el o'r adabiyotini o'tardilar. Chiroyli qilib endi qarangda mana hozir men nima demoqchiman, o'sha paytda shu Avlona Lazko, Polistirina, Jasmin Debretov gapirardilar. Endi biz o'sha payt yosh bo'lganmiz, talaba bo'lganmiz, qachon transchilar pirojki yeb kelamiz. Endi o'yin qaroq bo'ladi, ba'zi talabalar o'yin qaroq bo'ladi, lekin chiroyli dars o'tardilar. Endi o'sha paytda balki biz pirojkani o'ylab o'tirgandirmiz, majoqi
Sofaga yana biz nima deydi yuzlanganimizdan keyin baribir o'sha ustozni eslatganmiz. Biz jurnalistik tadbirni axirda boshlaymizki, yaxshi o'tiramiz, deb yana o'sha boshqatdan baribirlaganimizda o'sha ustozimizni manzara bizdan o'zi esimizga tushib ketdi. Bo'lar ekan. Balki hozir studentlik davrida olmasdi. Hozir endi nima deydi? Nima deydi? Lekin o'shanga kirishgandan keyin o'sha ustozni manzaralari yillar o'tishi bilan ham qaytib keladi xotiraga. Mana misol uchun talaffuz qilinishi, mana shu o'sha eshitganlarimiz sekin-sekin o'sha esga tushishi boshladi. Shu baribir o'sha nima deydi esga keladi. Keyin mana Barbu Valina bizaga yana xor partiturlarni o'qish haqida ustozni o'shanda siz o'rnatardingiz bizga o'sha ikki ovozli chomatli kompozitsiya qilib chalgutiradi. Keyin mana endi siz geyimni boyib mana endi eskizlik bo'ladi. Eslamasdan ilojimiz yo'q. Pedagogik amaliyot o'qituvchimiz kerak undan siz yerda qilib bizni maktabga oboradi. Shu spinka, yer, oldi, oradi. Keyin shu paytda mana men o'zim shaxsan eski binoda o'qiyapman. 10 yil o'qidim. Мы Навроз халамны, уже автобусы куйлар кеткен.
kelganmiz, Navoiyga kelganimizda avtobuslar buzilgan, kim yoqqa bor, chiroyli bir kutib olish bo'lingan bu yerda ham. Konsertlarni endi shunaqa sarguzashtdan keyin konsertga chiqib zo'r kuylab ketganmiz. Orada disketikalar ham qo'lga o'shanda talabalar uchun uyushtirilgan. Kelgach biz Olmadagi ham yo'q, Ostonaga uchib kelganmiz. Ikki kunmi? Ikki kun. Ikki otasini ko'rish uchun mana ustozlarimiz bilan o'sha cherkovdagi ruhoniy bilan shartnoma tuzildi. Biz kursamiz 23-sentyabr edi. Biz mantaqa o'qituvchilar yurtimiz ko'p issiq bizda. Yeguliklarni tayyorlab olamiz. Uchamiz Ostonaga samolyotda. Birinchi marta samolyotda uchayotganmiz deb hammamiz aeroportga keldik, samolyotga o'tirdik, Nazakimdan ham bordilar, Muhabibdan ham bordilar, Sevara Bulatimizdan bordi, Abdulladan bordi, bizdan bir kurslar, teatrda ishlayapti, o'shalar bordi. Keyin astonalarga uchib ko'rib qaytib keldi. Keyin endi yana o'matmoqchi o'sha davrda bu xatinani ustozlari bor. Ishlashni bilgandan keyin boshqa ham bo'lish kerak deydilarda, mana paragrafda zo'r tashkilotchi edilar. Davayte, yigitlar, qizlar, mana bu bayramga buni qilamiz. Endi bu yog'iga osh qilamiz deb oratoriya bilan nimalarni katta katta asarlarni ishlar, ham ishlardik, ham ustozlarimiz tomonidan tashkillashtirilgan razvлекательный tadbirlar bizni ruhiyatimizni yanada ko'tarar edi. Mana shu ustozlarimizni ko'pgina mana shunaqa tashkilotchilik, rahbarlik sifatlarini ne o'rgandim, ne men bilan birga o'qiyotgan talabalar ham o'rgandim, mana ko'rib yetishib ustozlarimiz shu qilardi deb mollarimiz yig'ib turadi markazga olbormoqchi bo'lsak nasibalarimizdan. Endi ichida qilolmi degani bor, qilolmi degani bor. O'z psixologiyasini olib kelib uyda davom qilib, keyin mana Salima Halima mana senga deb shunga ham nima deydi xursand, ular suvini ololamiz, boramiz, qo'shiq aytamiz, avtobusni qo'shiq qo'yaylik va o'rgangan qo'shiqlarimiz o'ynab ketadi. Ularda masada uyda turib jamoa bo'lib borib kelib o'sha qo'shiqlarni yig'ib ana o'shandagina ular quvib mashg'ulotga yugurib keladi. Ularga razvлекательный ishlab turadigan namoyish etaplarini ham tashkillashtirib berish kerak. Yetmaydimi? Endi mana hozir men mana hozir men maqolam yana ustozlarim onam onamdek kabi ona onam bu nayzakni to'g'risida men juda faxrlanaman shu ustozimni mutaxassislik bo'yicha qo'llarda o'qiganim uchun juda ko'p narsalarni o'rgandim hayot to'g'risida mana bu asarlar to'g'risida mana shu asarlarda nima deydi men o'sha как рассомнин чистистдаги o'ylagan fikrlarni ko'ra olmayman mana shogird sifatida chunki mana ko'p suhbatlashganman bizlan suhbat olib borganlar nima demoqchilar shu asarda deb endi bu ustozimizni qilgan mehnatlari haqida gapiramiz desak judayam gap ko'p mana qo'llanmalarni ko'rganmiz ichida mana 60-dan 70-dan oshiq asarlar bor 93-chi yillarda kuylab yurganmiz Belgiyoni Navro'z salomini avtobuslarda kuylab borib kelib qaytib o'sha davrlarda populyarniy bo'lgan o'sha asarlar o'zbek mana o'sha davrlarda kattalar ijro qiladigan asarlar kam edi вот Nazakimni yozgan asarlarni kuylaganmiz Viktor Chinchayev bordilar ularni ham asarlarni kuylaganmiz keyin mana men esimda bor Botumjon asarlarini hammasini kuylaganmiz.
Dandoğan'ın şu altta asırlarını, Akıllı asırlarını, Koşkarı Akam asırlarını büyüleceğimiz. Yaşı davır bugün, benim yanım hazırda ayıklamışım. Barcha ustozlarimizga kattakon rahmat, chuqur ta'zimdaman. Men mana shu yo'nalishda o'qiganimga hech shart afsuslanmayman, qaytaga men o'zimni baxtiyor deb bilaman. Shunaqa deb bilaman. O'quvchilarni bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.
innovatsion texnologiyalar, pedagogik jarayon hamda o'quvchi va o'quvchi faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv usullardan to'liq foydalaniladi. Interaktiv usullar bu jamoa bo'lib fikrlashdan iborat deb yuritiladi, ya'ni pedagogik ta'sir etish usullaridan biri bo'lib, ta'lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu usullarning o'ziga xosligi shundaki, uning faqat o'quvchi va o'quvchilarning birgalikda faoliyat ko'rsatishini ko'rsatish orqali amalga oshirilishi, ya'ni amaliy dars mashg'ulotlarida qo'llaniladigan texnologiya hisoblanadi. Uni rang-barang musiqa hozirgi kunda, ya'ni musiqa darslari umumiy o'rta ta'lim maktabida ham bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilib kelinmoqda va rivojlanmoqda yildan yilga. Shuni ya'ni masalan oldin musiqa va san'at maktablarida xor jamoalari bo'lsa, umumta'lim maktablarida biz deyarli xor jamoalari bilan yuzlashmas edik. Hozir ko'ryapmiz, oxirgi 3 yilda umumta'lim maktablarida ham xor sinflar tashkil etilyapti. Masalan, 1-sinfdan bo'lmasa 3-sinfda, 4-sinflardan yuqori boshlang'ich sinfdan yuqori sinflarda ham xor jamoalari tashkil etilib, bizning ko'rik-tanlovlarda biz yuzlashyapmiz, asosida ko'zga ko'rinyapti. Umumta'lim maktablarda ham ko'p jamoalar. Shu o'rinda hozirgi kunda kadrlar tayyorlashning sifatini oshirish masalalari ham bugungi kunning eng dolzarb mavzulari hisoblanadi. Biz bilamizki, havaskorlik xor dirijorlik yo'nalishi xor to'garak rahbari va bolalar musiqa va san'at maktablarida xor rahbari mutaxassislarini bizga tayyorlab beradi. Xor dirijorlik yo'nalishida musiqiy nazariy fanlardan tashqari mutaxassislik fanlari, xor dirijorlik fortepiano ovozini yo'lga qo'yish, xor partituralarini o'qish, ijro mahorati fanlari yakka tartibda o'qitiladi. Ya'ni ruhiy mutaxassislik fanlari mavjud bo'lib, bu fanlarni o'zlashtirish orqali o'quvchilar o'z bilim va ko'nikmalariga ega bo'lmoqdalar. Hozirgi kunda o'quvchilar xor jamoalari bilan ishlash orqali malaka va ko'nikmalariga ham o'zlarini rivojlantiryapti, malaka va ko'nikmalarini. Bundan tashqari, mutaxassislik darslarida turli davr uslub janridagi eng yaxshi xor asarlari bilan tanishmoqdalar va buning nima deydi, o'quvchilarga o'sha har xil uslub janrlarini yetkazib borishida bizda o'quv qo'llanmalar yetarli deb o'ylaymiz. Chunki hozir O'zbekiston xor o'qituvchilari Telegram gruppasi faoliyat yuritayapti. Iloji boricha biz minnatdorchilik bildiramiz. Mana o'quvchilar, ya'ni adminlar bizga kerakli bo'lgan hamma adabiy kitoblarni taqdim qilmoqdalar. Ham asarlarni, ham pdf varianti, bo'lib shakli, hamma narsasini bemalol foydalansak bo'ladi. Shu o'rinda 2019-2013 yillarda o'quv tahsil oldim. Shu fursatdan foydalanib, ustozlarimizga katta rahmat aytmoqchiman. Hozirgi o'qiyotgan talabalarga ustoz berayotgan bilimini hammasini siqib olishga harakat qilinglar. Hech narsasi nazardan chetda qolib ketmasin. Kelajakda o'zlaringizni ijodiy faoliyatingizda juda katta asqotar degan umiddaman. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, konferensiya qatnashchilari. Bugun men o'z maqolamda O'zbekiston davlat konservatoriyasining 80-yinchi yilga bag'ishlab u kafedraning tashkil topishidan boshlab rivojlanish bosqichlarini yoritganman. Shu bilan birgalikda ushbu kafedraning professori, jamoat arbobi, bir so'z bilan aytganda Ziyo Gulshanning fidokori Jumayla Muhammedni haqida fikr yuritaman. Xor rahbarlari ko'p yillar davomida xor rahbarlari bo'lib faoliyat yuritgan Jumayla Muhammedni Nayib Sahnalarning faoliyatlari aytib o'tildi. Hozir esa men sizlarga Jumayla Muhammedning aynan ilmiy yo'nalishlarga qilgan izlanishlari haqida gapirmoqchiman. Lyubov Jumayla o'zbek xor adabiyoti, ya'ni Nasiba Taqdimova bilan hammualliflikda kitobida 1960-yil, 1980-yillardagi o'zbek xor ijodi haqida ma'lumotlar berilib,
хор жанрлары, республикада рожданайтган опера хорлары, кантата оратория жанры, жорсуз хор асарлары яратылган. Қолданма Дубкованың өзбек хор азаматы кітабының өзге хас давамы болып, кітаптан пайдаланған қалда хор дирижері юнавчы тарапалары ізданушылар өз білім ва салафетінің ашырып келмақ болады. Кітаптың кіріш опера хор адабиаты, жорсыз хор асарлары ва құласы бөлімлары Любов Жумайлы команды яғдырген. Ерек шәкілдәк хор асарлары бөлімі есі Насиба Бахетдинова ізданушылары елі бітірген. Kitobda operadagi xorlar va dramatik rolga alohida e'tibor berilgan. Yubov Jumayeva, Muhtor Ashrafning Dilorom, Shoir qalbi, Ikrom Matbatovning So'q elining qoploni, Ulug'bek Musayevning Manguli, Zokirovning Uyg'onish operalarida xor sahnalarga birinchi marta alohida e'tibor qaratgani bilan keng o'rganishga turtki bo'lib, nihoyatda muhim ishlarni bajardi. O'zbek xor adabiyotidan prestamatsiya 1982 va vokal xor ijrochiligi tarixi ham mualliflikda 1991 yil. O'zbek xor musiqasi haqidagi kitobi esa Nasiba Bahriddinova bilan ham mualliflikda yaratilgan. O'zbek xor adabiyot kitobining davomidir. O'quv qo'llanma o'zbek xor musiqasining yangi qisqali mazmunini yoritib, asarlarning uslubiy tavsiyalari, xor janridagi uslubiy an'analar, matndagi badiiy jarayonlar berilgan. Kirish qismida O'zbekiston musiqa san'ati taraqqiyotining yetakchi oqimlari ta'kidlanadi. Dolzarb muammolar belgilanadi. O'zbek kompozitorlarini qiziqtirgan muhim mavzular yoritiladi. Opera xor ijod bo'limida esa 1980-lar, 1990-chi yillarda Yutal Burxon, Sayfi Jalil, Musaffo Boqoyevga erishgan yutuqlar misolida opera xorining xususiyatlari ochib berildi. Jo'rsiz xor asarlari bo'limida esa akapella musiqasi janr usullari jarayonlari tahlil qilinadi. Botir Mijonov, Mayra Sharafiyeva ijodining yangi xususiyatlari ochib beriladi. Tahlil uchun tanlab olingan asarlar umumiy badiiy ijodiy g'oyalarni tasdiqlaydi. Kompozitorlarning sharqning buyuk mumtoz merosiga jalb etgan shoir ijodkor insonni gavdalantiradi. Ushbu xususiyat muallifga uslubiy jihatdan murakkab va anchagina ko'p qirrali musiqa materiallarini to'g'ridan to'g'ri birlashtirish imkonini berdi. Fatima va Ilova qismida ilgari hech qayerda nashr etilmagan, lekin o'quv jarayonida konsertlarda keng estetik jihatdan bebaho bo'lgan o'quv tarbiyaviy jarayonga qaratilgan moda materiallari beriladi. Ko'p sonli asarlar ichida maxsus dirijorlik sinflarida xor dirijorlik amaliyoti uchun ko'proq foydali bo'lgan asarlar tanlab olingan. Xor sinfi va kamer xor Nayira Sharafiyeva bilan ham mualliflikda 2013 kitobida esa yosh xor xonandalarini tarbiyalashda xor sinfi va kamer xorning ahamiyati vokal xor ishining ko'nikmalari haqida muhim bilimlar berilgan. Ustoz Yubov Jumayevaning davomiga rahbarlik qilish borasida o'z uslubi mavjud. Bunga ko'p yillar davomida xor dirijorlik kafedrasi mudiri, dekan, malaka oshirish fakulteti dekani lavozimida faoliyat yuritgani yodda misol qilish mumkin. Talabalar xor jamoasiga rahbarlik qilish borasida har bir xor xonandasiga individual yondashib, ularning musiqiy, psixologik xarakterini to'g'ri baholab, kelgusida uchrashi mumkin bo'lgan qiyinchilik va to'siqlarni aniq ko'ra olish qobiliyatiga ham ega. Xor jamoasini boshqarishda har bir ishga professional yondashgan holda asar ritmining aniqligiga, xor xonishining vokal sozlamalarini to'g'ri his qilish orqali ishonchli, yorqin ijrosini talab qilishi, ayniqsa milliy ruhdagi asarlarni ijro qilishda kaloritmi, ya'ni asarning g'oyasi, mazmunini real tasvirlashda aniqlikni qat'iy talab qiladi. Dirijorlik kursini olib borishda bo'lg'usi yosh xor dirijorlarga o'z kasbiga mas'uliyat bilan yondashishlikni talab qilishidan bir qatorda dastlabki bosqichdan boshlab ushbu kasb mashaqqatlariga o'zining ijodiy hamda hayotiy tajribasi orqali ham nazariy ham amaliy jihatdan tayyorlab boradi. Ustozlar haqida so'z yuritilar ekan, doim bir voqea yodimga tushadi. Bir kuni bir dastlab talabalar ustozlardan so'ragan ekanlar: ustoz, sizning darsingizni yaxshi anglaymiz, butun vujudimiz bilan tinglaymiz, keyingi darsingizni intib bo'lib kutamiz, lekin agar kitobni olib o'qisak ham darsingizdagi kabi lazzatni his qilmaymiz deyishganda, ustozlari talabalarni o'zlariga savol berib, asarlari asalni nimadan olib deb so'raydi. Shunda talabalar asarlari asalni guldan, ya'ni gullarning shirasidan deb javob beradi. Ustoz esa yana savol berib, siz gullarni yetib ko'rganmisiz, tami qanday deganda talabalar
albatta ularning hamma achchiq deyishadi. Shunda ustoz ilm berish ham xuddi shunday. Ustoz ko'p mavzularda ilm olib, ularning shirasini talabalarning oldiga tayyor asar kabi taqdim qiladi degan ekan. Ha, ustoz xuddi asarlari kabidir. Shuning uchun ham ilm ustozdan olinishi kerak. Shunda u ilm asal bo'ladi. Aks holda ustozsiz o'rganilgan ilm achchiq zahar bo'ladi. Insoniyat dunyoga kelib aqlini qanday boshlasa, albatta ilmni qadrini bilib, ilm olish zarurligini tushunib yetadi. Ilm olish uchun esa ustozga ehtiyoj bo'ladi. Ilm olish uchun ustozga muhabbat qo'yish va lozim va vojibdir. Shu o'rinda ustoz Muhammadning ilmiy izlanishlari, sohadagi yutuqlari, ta'lim jarayonining yutgan tajribalari biz shogirdlar uchun doim dasturi amal bo'lib xizmat qiladi. Bir 1995 yil va 2000 yillarda o'rinlar sifatida Facebook
Thank you.
Браво! Thank you.
Samaltau. Samaltau degan ularda joy nomi. Xuddi bizada masalan Qoraqalpog'iston bo'lsa, tog' yana o'zimizda Qoraqor, Qoraqo'l shu yo'lda joy nomi. U urush haqida. İkinci asarımız ise Kavalsi. Bu folklor koşulu ya. Bu Balgar koşulu. Yani Balgar koşulu. Üçüncü asarımız Kızılcıklar Doğumu. Bu Türkçe koşulu ya. Bu ya Türklerle halk koşulu. İmkan Bu asarni biz Nesinkada Nesinka akademiyasidan kelgan delegatsiya xor ijrosida sevib qolganmiz, yoqtirib qolganmiz va ishimiz tushganda jazm qildik ijro qilishga. Agarda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ijroda yoki manda uzr so'rayman va harakat qilamiz tuzatish. Yeah.